последние яркие штрихи, и совсем скоро эти оригинальные рыбки украсят одну из клумб города. Олег Селиванов, художник по призванию, говорит, каждому сезону вместе с коллегами старается придумать для жителей и гостей Владимира что-то новенькое. А в этом сезоне тема особая. Владимир официально стал культурной столицей чемпионата мира по футболу. Гостей решили встречать по-особому. То есть обсуждаем какие-то идеи, вот я их воплощаю. Значит, в дизайнерской программе, то есть вычерчиваю, смотрим, обсуждаем и потом воплощаем. Матч – это всеми нами любимый вид спорта, на который мы обращаем внимание, смотрим его. И поэтому вот решили придумать такие красивые, наверное, на ваш взгляд, мячи. Этот мяч с воротами украсит въезд в город со стороны Боголюбова. Футбольная тематика уже появилась на склоне у проезжей части на Добросельской. Символ Владимира – купола в футбольном стиле, а рядом герб областного центра. Композиции специалисты составляли сразу из нескольких видов растений. Здесь и разные сорта бегонии, колиусы, а корону льва украшают бархатцы и цинерария. Всего оригинальных спортивных клумб во Владимире будет около 20. Мы планируем, чтобы в городе все-таки их было много, чтобы было много цветов, много клумб. Вот, чтобы город жил футболом, и не только по телевизору, чтобы, выходя на улицу, люди помнили и были в атмосфере этого праздника. Работа такая интересная, творческая, непростая. Вот для примера, допустим, тот мячик, классический мячик, который мы сделали на Садовой, это уже третий вариант у нас получается. То есть было много и творческих споров, как бы и переделок. Чтобы сохранить ранее высаженные цветы на клумбе, дизайнеры аккуратно вписали конструкцию в уже имеющийся рисунок. В итоге среди цветов появился зеленый газон, как символ футбольного поля, и классический черно-белый мяч. Для того, чтобы этот футбольный мяч сейчас украшал клумбу, специалистам понадобилось специально для него изготовить металлическую конструкцию, укрепить грунт, а еще привезти почти полтонны мраморной крошки. Вы видите, она белого и черного цвета. Высадка цветов во Владимире еще продолжается. Городские улицы раскрасят около 60 видов и сортов разных растений. Для того, чтобы украсить все клумбы, цветники и вертикальные композиции, необходимо около 370 тысяч растений. Причем это только летников. Часть из них в этом году мы вырастили сами, примерно треть. Одна клумба может по-разному выглядеть в течение одного сезона. То есть мы ее делаем тематической к какому-то мероприятию, а затем переделываем. Или же, когда она нуждается, уже отцветающие цветы, в реконструкции. Украшает город и символика чемпионата мира. Яркая инсталляция 2018 с футбольным мячом уже встречает проезжающих владимирцев и гостей на въезде со стороны Москвы. Еще несколько мячей установят в городе. А во время главного спортивного события мира для всех болельщиков будут работать открытые фан-зоны, где можно будет не только отдыхать, но и следить за играми на установленных больших уличных экранах. Валентина Мартынова, Егор Хрыбко, 6 канал.